И Марк, играем с тобой. Ну, таре. Коллоидные и истинные растворы отличаются главным образом размерами частиц. А как именно? То есть, где частицы больше? Угад только коллоидных. И ты угадал, в коллоидных растворах частицы больше. Зато честно. Навигационная линейка – разновидность логарифмической. А где ее в наше время обычно размещают? В виде таких специальных колец. Без понятия. В наручных часах. Обычно размещают вид синтаксической связи. Примыкание. Совершенно верно, примыкание. В 5 веке нашей эры кочевое племя аланов, объединившись с германским племенем вандалов, создало королевство на территории этой древней африканской республики. Какая же в древности была в Африке республика? Алжир. Карфаген. На олимпийских соревнованиях по этому виду спорта мужчины и женщины иногда выступают в одном экипаже. В экипаже. Парусный спорт. И это правильный ответ. У Марка 3 правильных ответа и 14 баллов в общей сложности. Очень интересным у нас выдался второй тур. Посмотрим на его результаты. У Сергея и Марка по 14 баллов, у Адильбека Каратаева 11 баллов, у Данели и Адиля 10 баллов, у Нурсултана 8 баллов. Второй тур завершен, и как мы видим, в тройку финалистов вошли Сергей, Марк и Адильбек. Ну а с Данели, Адилем и Нурсултаном мы вынуждены проститься. Сегодня удачливее были соперники, но завтра фортуна наверняка вам улыбнется.